Добрый день, уважаемые зрители. Начинаем наш семинар «Безиндикаторный анализ валютных кросс-курсов». С вами Кирилл Рудович, менеджер-преподаватель официального партнера Альпари в городе Минске. Для всех, кто нас смотрит онлайн, я напоминаю, что можете задавать свои вопросы по ходу семинара. Пишите в чат, что хотите спросить, что интересует. Вижу все вопросы, стараюсь на них сразу же отвечать, как только появляется. А если окно чата не активно, тогда надо либо авторизоваться в личном кабинете, либо же личный кабинет зарегистрировать. Регистрация на сайте производится буквально 2 минутки, и будет у вас уже личный кабинет. Ну и также для тех, кто нас впервые включил, смотрит, скажу, что проводим анализ без использования индикаторов. Смотрим цену, уровни поддержки, сопротивления, определяем баланс на рынке, и если есть такая возможность, да, то открываем сделки. Как обычно, начинаем мы с краткого обзора календаря событий, экономических событий. Да. Сегодня у нас уже 18 ноября, если я не ошибаюсь, 18, правильно. Вот, что на сегодня, как мы видим, каких-то важных событий на ближайшее время, я имею в виду на текущие несколько часов нету, соответственно, можно ориентироваться -то в торговле на теханализ, единственное, что в 16.00, да, открывается Америка и начинается выступление здесь и ФОМСы, так называемые ФОМКи, да, то есть Дудли будет выступать с речью, плюс еще наиболее важное, пожалуй, на сегодня событие, это на 22.00, 10 часов вечера, это, собственно, минутки, да, которые из ФОМСа будут, то есть там может что-нибудь, да, и проскочить. Это что касаемо фундаментального анализа, я думаю, что уже все, в принципе, ознакомились с календарем, посмотрели, какие главные события есть на текущий день и решили для себя оптимальные и неоптимальные варианты для торговли. Давайте что ж смотреть, что сейчас у нас происходит, скажем, на рынке, да, то есть что по позициям. Ну, сразу начну с вчерашних сделок. По сути, по фунту наша вчерашняя сделка вынесла, совершенно верно, Сергей. Вот, ну ничего, я перезашел, правда, перезашел сейчас в другую сторону, да, плюс у меня еще была по австралийцу закрылись мы в небольшой плюс, и вдобавок ко всему я тут еще кое-что пытался, скажем, выкрутить, по итогу еще больше минус получился. Вот. Ну, в принципе, ничего страшного, что называется, все в пределах money management, торговля так и идет. Андрей остался в селе. Вот, да, то есть, как видите, ну не пошла идея по фунту, зато родилась по фунту идея другая. Сейчас мы до фунта дойдем. В принципе, вчера у меня было жгучее желание сначала оттянуть стоп, потом у меня было желание там что-нибудь придумать, а в итоге я решил не трогать, и, собственно, получилось то, что получилось. Ладно, начнем пока с евро-доллара, до фунта мы сейчас дойдем, обсудим, да, делитесь, собственно, впечатлениями, кто вчера в фунт заходил, не заходил в продаже. Вот, какие, что называется, мысли. Итак, что по фунту, ой, по евро-доллару, прошу прощения, по евро-доллару. Вчера, собственно, под занавес закрытия там американской сети, пока закрою, да, то есть, чтобы нам не мешало для анализа, под занавес, скажем, американской сессии, золото, евро там, и остальные здорово, собственно, двигались в шорт, за исключением некоторых валют, по которым, собственно, мы и стояли в паре, да, то есть фунты и остальные. Вот, ладно, что по евро-доллару, так, а что это за уровень такой у меня проскакивает? Вот он, уровень. Вот она отметка, да, то есть мы чуть больше сделаем. Что по евро-доллару можно судить, можно решать, можно предположить. По евро-доллару пока что я не берусь, скажем, что здесь придумывать, да, то есть он вроде как снижается, но и снижение, не назвать это снижением, да, и до разворота еще далеко, по крайней мере, даже нет никаких намеков на то, что попробует пара разворачиваться, то, что будет, собственно, какой-то разворот, да. Так, Светлана, собственно, правильный комментарий написала, я об этом тоже много и много раз уже говорил. Да? Что можно сейчас по евро-доллару говорить, что можно по евро-доллару судить? Пока что я, наверное,
по евро-доллару ничего, собственно, вам дельного предложить не могу, за исключением чего. Есть, скажем, несколько идеек небольших, да, то есть у нас есть тут, собственно, нарисовался, наторговался уровень на 15 минутке, можно попробовать зайти, собственно, в покупки по, скажем, по взятию этого уровня сверху, да, то есть цена сейчас и по евро-доллару, и по остальным парам, в принципе, нацелена наверх, движение наверх, поэтому можно, собственно, предположить, можно ожидать, собственно, движения наверх, да. Единственное, что торопиться мы не будем, не будем заходить, что называется, лишь бы войти, и попробуем дождаться, ну, конкретного, четкого, скажем, сигнала, как пишут в книжках, да, то есть, когда цена выйдет, попробуем взять ретест и на ретесте, собственно, перезайти в покупки, перезайти наверх. Единственное, что по целям, да, то есть из цели первое, что могу сказать, это 1.07 все-таки будет, да, это пожалуй один из ключевых уровней, и в принципе дальше его держать, я думаю, не стоит позицию, даже если мы зайдем, да, то есть на этом уровне может последовать как раз таки и смена движения, и может быть, собственно, движение вниз, собственно. Так, Светлана предлагает ход по фунту, зря развернулись. Ну, не знаю, я больше все-таки придерживаюсь. Вчера пересмотрел свои взгляды и, в принципе, пока что стоим. До фунта сейчас дойдем, объясню, в чем суть, в чем идея, да. Вот, что могу сказать, собственно, сейчас по евро-доллару. Можно, скажем, ожидать небольшого оживления, да, но это на случай, если цена 1.0650, скажем, преодолеет. Пока же мы видим, что не особо это получается, да, то есть раз пытались, второй раз пытались. Если цена все-таки этот уровень преодолеет, то можно рассчитывать на движение вверх, можно рассчитывать, собственно, на покупки, но покупки будут небольшие, опять же, уровень 1.07, от него и будем уже смотреть, да, то есть на этом уровне, собственно, что я могу сказать, будем смотреть, как цена себя поведет на 1.07. Возможно, что с этого уровня последует какой-то разворот для смены движения вниз. Но это пока, скажем, разговоры. Пока цена не дойдет до этих отметок, сложно что-то предположить. Да? Швейцарец, тут уже недельный график у меня открыт, еще с анализа. Вот, что можно по швейцарцу, в принципе, предположить. Видим, что пока что вверх, да, то есть этот поход, этот рост глобальный, который был вверх, замедлился, да, то есть видим, что какого-то, скажем, продолжения движения вверх пока что нет по швейцарцу, и скорее, наверное, есть смысл поискать уже продажи, да, где-то попробовать отложиться на продажах, нежели стоять дальше в покупках, либо же искать, рассматривать лонги, да? То есть вообще по, скажем, где искать продажи, то есть вот примерно вот эта зона, да, от этой зоны и надо будет уже ориентироваться, опираться. Если цена эту зону проходит, с этой зоны можно будет уже предположить, собственно, смену направления, смену движения, и можно будет попробовать поискать продажи, да, то есть по фунту, по доллару швейцарский франк. Но раньше этого не стоит. Почему? Цена может здесь еще отскакивать, отбиваться, и либо же просто-напросто торговаться на этом уровне, и поэтому, в принципе, что я могу сказать, пока не торопимся по швейцарцу. Давайте все высмотрим. А теперь мы доходим до фунта, да. Какие, собственно, идеи, какие мысли, да, то есть если берем опять же ту же дневку, видим, что вниз фунта не пускают, и не пускают уже достаточно давно, изрядно давно, он пока что в плюсе у нас, но плюс такой относительно условный. По сути, цена на 1.52 торгуется, и никуда, собственно, далеко не уходит, далеко не двигается. В принципе, вчера, когда был такой ложный, можно сказать, не то что ложный, задер, когда сработал наш стоп-лосс, хотя было желание, собственно, выставить его подальше, да, но я не решил, что это нецелесообразно, да, то есть слишком далеко выставлять тоже не было смысла. Вот, и по сути, что сейчас, да, то есть какие сейчас мысли, какие взгляды, ну,
Пока что развернулся в лонг. Лонг здесь, скажем, такой относительно условный, да, то есть не советую, в принципе, пока что копировать сделки и вообще, потому что ситуация довольно-таки сложновато, да, то есть больше склонен к тому, что мы продолжим пока торговаться здесь где-то в боковике, и тот лонг, который сейчас открыт, с расчетом, наверное, до верхней границы, возможно, раньше его и зафиксируют. То есть насчет глобального там движения, глобального похода вверх, я пока не берусь судить, не берусь говорить, так же, как и глобального движения вниз, да, то есть пока движение вниз не происходит, как мы видим, идет наторговка, и достаточно вспомнить начало месяца, там примерно по той же схеме все это дело у нас работало, то есть 2 дня в сделке сидели, все это расторговывалось, наторговывалось, да. А насчет того, что там движение сильное вниз, Центробанк сливает доллар, российский Центробанк, нет у него там столько долларов, чтобы можно было так слить, чтобы аж рынки все затряслись, да? То есть, сколько-то там сольешь, а потом где их обратно взять? Тут относительно все условно, да? И скорее какую-то глобальную политику, наверное, пока что не стоит, да, и вообще не стоит вплетать в экономику. Будем смотреть, мы торгуем больше с оглядкой на теханализ и будем смотреть именно моменты, где кормятся спекулянты, где пасут спекулянты, и вместе с ними попробуем зарабатывать, да, то есть какие-то там сложные комбинации, схемы мы раскладывать не будем. В принципе, и новозел, и фунтик пошли уже в рост, да, то есть поэтому по фунту пока что держим позицию, по крайней мере, я держу свой лонг, и я думаю, что подержу, да. Касаемо того, что там будет шорт, движение вниз, соответственно, если будет, собственно, какое-то сильное движение вниз, конечно, пересмотрю свои взгляды и посмотрим. Пока же настрой именно наверх. Так, бумажки АДР покупать сегодня аукцион ФС плюс налоги экспортеров. Может быть, что-то и будет, но я говорю еще раз, да, то, что там одна страна, пусть даже такая, скажем, крупная, как Россия, она, ну, в какой-то там перспективе незначительно может немножко повлиять, но не более того, да, то есть даже вот тот же Китай, который, казалось бы, там просто монстр, колосс, да, со своими там падениями и так дальше, ну да, падал, падал, и по сути все это дело, практически нивелировалось, да, то есть нельзя говорить, что это будет сильно там влиять. Если бы сами Штаты, да, там что-нибудь задумали, тогда да, без вопросов, все бы это очень сильно повлияло. А так, пока относительно на рубль, да, повлияет, на остальное, не знаю. Что могу сказать. Это что касаемо пока что фунта. Это что касаемо фунта, это что касаемо взглядов, да, моих на фунт. В любом случае, я всегда говорю, что это мое мнение, да, у вас 2 варианта вообще там согласиться, либо не согласиться, вернее 3, либо пропустить вообще его мимо ушей. Поэтому решать, как всегда, вам, да, то есть я высказываю просто свои мнения, свои ожидания какие-то. Так что по фунту, я думаю, понятно. Пока что давайте по иене сейчас глянем, что у нас по иене, да. Иена, собственно, верхний рубеж так и не получилось у нее взять, 123,40. И от этого рубежа потихонечку-потихонечку начинает откатываться, начинает, собственно, двигаться. Можно ожидать, что можно судить. В принципе, можно ожидать паения, смену движения, попробовать зайти в шорты, да, паения, попробовать, собственно, ее продать. Единственное, что пока есть, скажем, сомнения еще какие, да, по поводу точки входа. Не совсем, скажем, я еще уверен, да, что тут действительно пошел какой-то разворот, хотя, в принципе, я думаю, что можно и попробовать зайти в продажу. Единственное, что в продаже, наверное, заходить попробую зайти не раньше, чем, собственно, пониже, чем 123,19 и немножко пониже. Джамал, да, по евро говорил, в принципе, по евро какая была идея, если цена, собственно, вот она уже, в принципе, ушла за этот уровень, да, ждем отката и попробуем взять, собственно, на ретесте от этого уровня, да, то есть, как видите, цена
полетела вверх. По входам можно где-то попробовать, собственно, где-то здесь словить откат, да, если это действительно получится. Вот, но не более того, скажем. Сейчас прям на пике заходить не стоит. Почему? Потому что будет откат, возможно, чуть, скажем, и не дойдет до наших целей, но все же надо попробовать. Вот, по иене пока что такие, скажем, взгляды, идеи. Раньше заходить опасно. Почему? Потому что может просто-напросто здесь запилить ее, будет в боковике торговаться, и по итогу окажемся мы в позиции, но не в самой лучшей позиции. Поэтому пока что по иене ждем, да, то есть ждем, собственно, пока цена уйдет за этот уровень, а дальше уже, я думаю, что дело техники. Называется, как говорится, да. Так, канадец, наш канадец. Ну, не наш, конечно, да, но все. Что по канадцу можно, в принципе, 1.33 потихоньку снижается, но и понятно, да. То есть, если брать на фоне всех, скажем, движения всех валют, там основных валют, то в принципе динамика, я думаю, вы можете проследить динамику, можете увидеть, да, что получается и что не получается. Ну, в любом случае, по канадцу. Напомню, что очень сильная корреляция с нефтью, надо смотреть по нефти, если кто-то и будет торговать. Какие-то технические моменты здесь появляются, но в последнее время достаточно редко и не очень выражено, не очень четко. Да? Иногда приходится, собственно, либо очень сильно рисковать, либо же, собственно, ну, больше, скажем, входить немножко там с опережением, да, не самый лучший вариант с точки зрения торговли. Почему? Потому что есть входы на других парах, которые дают, в принципе, неплохие результаты и более, скажем, ну, более безопасные входы. Так, что по австралийцу? По австралийцу вчерашний шорт, кстати, получился. Единственное, что по целям много я не держал на фоне, скажем, срабатывание стопов по фунту на фоне еще некоторых, скажем, моментов, которые я там пытался прокрутить, я решил закрыть и зафиксировать хотя бы то, что давал, да, то есть то, что давал прибыли, поэтому по австралийцу, в принципе, много и не взял, ну и не держал долго. Вот, что сейчас пытается развернуться, как можно посмотреть, потихоньку пытается вырулить наверх, да, в принципе, можно и ожидать, единственное, что какие-то, скажем, активные действия по австралийцу я бы начинал, наверное, не раньше, чем 71.13, 71.15 уровень, когда, собственно, цена за этот уровень уже выйдет, да, тогда можно будет, собственно, что-то предполагать, а в целом для похода нам наверх, да, необходимо, ну, не то, что необходимо, а можно будет говорить о походе наверх, когда цена преодолеет рубеж 71.40, да, тогда можно будет уже с большей уверенностью предполагать, что нисходящее движение поломано, и, собственно, основное движение будет развиваться именно в сторону роста, да, это что касаемо австралийцев, то есть, но пока можно следить за ситуацией, можно, собственно, какие-то небольшие, коротенькие сделки проводить, да, но если хотим, скажем, уже зайти, что называется, с большей долей уверенности, 71.40, не раньше, я думаю, тогда можно говорить о смене тренда, смене движения, смене направления, то есть на восходящий. Вот это что касаемо австралийца. Дальше, по новозеландцу сейчас открыта у меня сделка. Тут, в принципе, что фунт, что новозеландец, много не дают, но все же, да. По новозеландцу, как мы видим, даже если смотрим на дневку, да, то есть вот этот уровень нижний, который был, который мы обсуждали несколько дней назад, не дает, собственно, цене уйти ниже. С него, по сути, и начинается, и получается разворот. Зашел я сейчас пока в покупке, да, единственное, что меня смущает, это впереди, перед нашими покупками, довольно-таки крупный проторгованный уровень, и возможно, что, собственно, с этого уровня будет либо как минимум отскок, отбой от этого уровня, либо же цена, собственно, этот уровень пробьет и как минимум здесь попробует консолидироваться на
этой отметки на этом уровне, да, то есть поэтому по новозеландцу, опять же, какие-то глобальные тут цели себе не строим. Дмитрий, да, говорил, что евро пробует отрасти до 1,07. Вот, пока что здесь какие-то глобальные цели не строим, попробуем взять хотя бы то, что дается, называется, на рынке. И основная наша задача посмотреть, как будет себя вести цена у, собственно, этой отметки, у отметки данного уровня. Да, если на этот уровень цена абсолютно никак реагировать не будет, если попробует продвинуться дальше и попробует двигаться наверх, что ж тогда? Можно будет либо держать нашу позицию, которую сейчас мы открыли, да, хотя ее надо было открывать немногим раньше, но все же открыли, да и открыли. Вот, либо же, соответственно, прикроем и попробуем перезайти. То есть попробуем перезайти с учетом, ну, как говорят, там, вновь открывшихся обстоятельств. Да? То есть с учетом, собственно, данного уровня, с учетом торговли на данном уровне. Что тут у нас все пока что снизилось. Да? Ну, ничего страшного. То есть пока что такие мысли, такие идеи. Стоп достаточно далеко. 30 пунктов, в принципе, это, конечно, не актив какой огромный, но в целом же, скажем, в рамках нашей системы, да, то есть, если, собственно, цена уже ниже этого стопа уйдет, можно, в принципе, смело смотреть вниз и пробовать, собственно, разворачивать свои позиции, пробовать шортить, да, то есть, по новозеландцу пока что такие идеи. Ну, давайте даже, наверное, по целям обозначим, поставим, собственно, отложимся мы до данного уровня. Тут 30 пунктов, один к одному стоп-лосс тейк-профитом, но будем смотреть, да, почему так делаем, потому что впереди достаточно сильный уровень, и можно ожидать, что просто с этого уровня, ну, цена отобьется от этого уровня, да, и двинется дальше вниз. То есть такое тоже может быть, не исключено. Так что основной, скажем, упор, основной момент делаем на, скажем, на подход цены к этой отметке. Вот, это касаемо новозеландца доллара. Давайте по золоту сейчас посмотрим. Золото вчера здорово просело, да, 1,070. Что можно ожидать, что можно предположить, да? Но сегодня, как мы видим, пока далеко золоту уйти не дают, да? То есть придерживают, собственно, золото. Что можно ожидать, в принципе, что можно предположить? Можно предположить, что золото пока что так где-то в боковике и поторгуется, либо попробует еще немного приподняться, что называется, поднять голову, да? По золоту можно. Сейчас ситуация достаточно спорная, да, все вроде бы как говорит о том, что будет снижаться золото и дальше попробует снизиться, но в то же время возможно, что это, конечно же, будет делать не сразу, не за один день, там, не за 2 дня, то есть там, в каком-то среднесроке, да, действительно золото, возможно, и снизится. Пока что по золоту у меня предложений, предположений нет. Единственное, какое предположение у меня пока что на продажу сегодняшняя, продажа, собственно, примерно с этих отметок, примерно с этого уровня, да, то есть попробовать посмотреть, будет ли продажа, либо не будут, да, но собственно, пока цена не дойдет до этой отметки, какие-либо здесь сделки по золоту, я думаю, что, ну, преждевременно, да. Конечно, еще раз напомню, что окончательное решение принимать вам. Я показываю просто свое мнение и свои взгляды на рынок, то, что сейчас происходит. Так, Алексей пишет, швейцарец пробивается. Что ж, замечательно, пусть пробивается. Нам необходимо, собственно, его, чтобы он вернулся, да. То есть, как только он возвращается, попробуем его вшортить, да, то есть. Сейчас глянем, как это все красиво дело происходит, и тогда попробуем его продать. Сейчас пока что не спешите, не торопитесь. Возможно, как бы он не вынырнул обратно, да, то есть, вот. Ну, в любом случае можно попробовать зайти, собственно, по обновлению меню. Пока что ждем, да, то есть он пробивается, но еще ничего не ясно, ничего не понятно, в каком смысле, в каком, собственно,
идеи, да, то есть еще пока пытается он вернуться назад. То есть пока смотрим. То есть это еще не пробой. По крайней мере, на мой взгляд, да. Так. Вот лучше, наверное, предпочтительнее, конечно, евро-доллар в покупке, чтобы он вернулся. Но он возвращаться, я так вижу, что пока не желает, да, то есть. Ладно. В общем, смотрим пока еще по швейцарцу. Не спешить. В общем, главное не торопиться, зайти именно тогда, когда будет сигнал. Вот, что по серебру. По серебру ситуация очень похожа на ситуацию с золотом. Он пытается закруглить, пытается развернуть, но, как мы видим, уже чуть ли не месяц, да, черные свечи, и серебро, собственно, снижается уже практически на протяжении месяца. Поэтому сейчас я бы советовал, конечно, какие-либо сделки здесь не проводить, либо пока что даже смотрится как раз-таки именно продажи по серебру, именно короткие позиции. Поэтому так, а кто тут нам фунт так хулиганит, да, то есть, ух, подлец. Вот, собственно, пока что по серебру, если кто и будет что-то смотреть, то можно рассчитывать скорее на продажи, нежели на покупки именно по серебру. Вот, то, что я могу сказать. Ну и по рублю давайте глянем. Собственно, Андрей там писал достаточно много сегодня статистики и так далее выходит, да, 64-60 в принципе рубль. Есть, скажем, предположение, что вот эти, собственно, расторговки, накопления сейчас поддерживают рубль и, возможно, его подкинут просто обратно наверх, да. Так что я пока не делал палительных выводов о том, что рубль и дальше будет сейчас укрепляться, скорее наоборот, возможно, примерно с этой отметки, с этих уровней попробует он и развернуться. Поэтому пока что, ну, ждать более конкретных сигналов, да, и скорее я склонен именно к развороту на этих уровнях, собственно, к смене направления, нежели к тому, что продолжит рубль, собственно, свое укрепление, продолжит двигаться вниз. Давайте глянем еще раз, что тут происходит по фунту. Как мы видим, фунт много капризный, да, то есть сложновато его торговать, но все же пока я думаю, что особо здесь какой-то угрозы не представляет. Да, Карен, я в принципе об этом сейчас и говорю, да, о том, чтобы по рублю, если заходить, то заходить скорее в покупки, нежели в продаже. То есть дождаться более четких сигналов и попробовать, собственно, по нему прикупиться. Вот, но по фунту пока еще не все так страшно, ужасно, как вы видите, в принципе, пытается он откатывать. Достаточно волатильная пара, и пока что я придерживаясь именно покупок, придерживаясь именно лонгов по фунту. Ну, а по швейцарцу мы ждем, собственно, ждем ретеста. На 5 минутках, конечно, ретест не самая лучшая вещь, но в целом можно, кстати, уже попробовать швейцарца и продавать, да, то есть кто, собственно, давайте, наверное, его продадим. Сергей стоит в шортах по фунту. Ну что ж, посмотрим. Я опять же говорю, что мое мнение не является истиной в последних инстанциях, да, что я, в принципе, тоже довольно-таки часто ошибаюсь, поэтому каждого должны быть свои взгляды, свои мысли на то, что происходит. В общем, зашортили мы сейчас швейцарца и попробуем, собственно, его немножко поддержать, да, то есть какие-то тут супер глобальные цели не ставим, но не исключено, собственно, что где-то по вот этим у нас отметкам можно его ждать. Вот то, что хочу сказать. Да, вот Сергей совершенно прав в комментариях, в каком плане, в том, что можно заработать как на покупках, так и на продажах за один день. То есть можно и зашортить, и купить, собственно, пару и быть в прибыли. А можно и не в прибыли, да, то есть
Такое тоже возможно и случается, по-моему, весьма и весьма часто. Так, что мы тут здесь продали? Здесь швейцарец пока упирается нам небольшой убыток делает. Ну, пока что три сделки, возможно, что-нибудь по рублю и попробую придумать, да, возможно. Но я не говорю, что это точно так и будет. Опять же, еще раз скажу, что не самая лучшая идея копировать сделки, но в то же время там иногда ориентироваться можно. Я высказываю свой взгляд на рынок, свои мысли, собственно, то, что я считаю. Да? Так, Альберт предлагает, что швейцарца поздно шортить на краткосроке. Ну, каждого свое мнение, каждый, собственно, его должен придерживаться. Вот, на этом наш утренний обзор подходит к завершению. Роман, еврофунт рассматриваем. Единственное, что уже, к сожалению, подпирает у нас время, просто-напросто нет времени рассмотреть. Да? Чуть пораньше я бы его обязательно рассмотрел. Вот, посмотрим, что у нас будет в 15.00. Напомню, обзор основных валютных пар, где уже и обменяемся мнениями, итогами, как на сегодня все прошло, насколько мы правильно стали в кепе позиции и получилось ли заработать. Все, на этом у меня все. Встречаемся с вами в 15.00. Всем хорошего дня. Просыпайтесь, бодритесь и втягивайтесь в работу.